Всем добрый день. По просьбе трудящихся снял видео. Обновился я по воздуху на Android 2.3.3. Чтобы не возникало вопросов, сразу покажу версию ПО 2.3.3. HTC Sense 2.1. Какие глобальные изменения? Кто-то писал про то, что, мол, яркость экрана там увеличилась, или там контрастность. Я, если честно, этого не заметил. Сразу, что бросается в глаза, ну, другая кнопочка меню, ну, это ерунда. Вот меню как устроено. Теперь оно листается кусками такими, то есть экранами. Сетка 4×4, это один как бы кусочек экрана, и вот только так можно листать. То есть нельзя все сразу пролистать, если только список не поставить в настройках. Ну, так мне не нравится. Так, ну, в принципе, я думаю, что можно привыкнуть. Также вот вкладки появились частые и загрузки. Я так понимаю, вот только сторонние программы тут показывают. Так, еще из нововведений. Вот такая вот у нас всплывающая менюшка изменилась. Появилось две вкладки. Уведомления, ну, то же, что и было, по сути, и выключатели. Тут вот Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Fi роутер, GPS, мобильный интернет и настройки. Так, ну, не знаю, плавность интерфейса, она, в принципе, и была у меня на уровне. Вот эти выключатели, в принципе, мне как бы даже не важно. Я вон использую виджеты, виджетсоид, так называемый. Вот. Что еще из нового? Ну, играть стало, конечно, получше. Но вряд ли на видео можно будет оценить качество. Даже не буду пробовать. Так, что еще у нас? В контактах добавилась визитка. То есть наша, как бы, всю информацию о себе может туда занести. У меня тут кроме электронной почты ничего нет. Какие еще нововведения? А, вот кто-то спрашивал, как там послушать звуки различных этих эффектов погоды, допустим. Идем в погоду, нажимаем демо. Пожалуйста. Облачность. Дождик. Ну и так далее. Короче, кому интересно, можете сами посмотреть на своем аппарате. В принципе, таких глобальных больше изменений я и не заметил. Игры как бы прут так же. Только если единственное, квадранты всякие разные эти, как их назвать-то, выдают. Квадрант меньше выдает попугаев, чем выдавал до обновления, но я думаю, что это не так страшно. Ну, плавность интерфейса, как бы все нормально. Камера мгновенно включается. Ну, в принципе, вроде и все. Если что-то вам есть добавить, добавляйте в комментарии. Всем спасибо за просмотр.